Всем привет! Сегодня я расскажу вам об отеле Royalton Punta Cana, который находится в Доминиканской Республике. Мы проанализировали тысячи отзывов туристов об этом отеле, так что нам точно есть что вам рассказать. Поехали! Вначале, как обычно, немного общей информации об отеле. Пятизвездочный отель Royalton Punta Cana является одним из популярных курортов в Пунта-Кане, известный своими первоклассными удобствами и многообразием услуг для отдыха. Курорт предлагает множество ресторанов, несколько бассейнов, спа и частный пляж. Он является идеальным выбором как для семей, так и для пар, стремящихся насладиться отдыхом в роскошной атмосфере. Отель предлагает различные типы номеров, включая номера с прямым доступом к бассейну и люксус-джакузи. Royalton отличается качественным обслуживанием и широким выбором развлечений, таких как водные виды спорта, вечерние шоу и аквапарк. Wi-Fi бесплатный на всей территории курорта, а также предлагаются бесплатные звонки в США, Канаду и Европу. Этот отель удивит вас шикарным пляжем и великолепным сервисом. Royalton Punta Cana работает по системе «Все включено», так что вы сможете насладиться великолепными блюдами шведского стола без ограничений. В Royalton Punta Cana вы сможете получить действительно комфортный и роскошный отдых. В целом гости считают, что отдых в этом отеле проходит весело и одновременно расслабляющим. Рейтинг отеля составляет на Google 4,2 балла, на Booking 7,7 баллов, а на TripAdvisor 4,5 балла. Узнать стоимость проживания и забронировать номер в этом отеле вы сможете по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Друзья, а прямо сейчас я расскажу вам о всех плюсах и минусах этого отеля. Но перед тем, как начать, хочу попросить вас подписаться на наш канал и поддержать это видео лайком. Спасибо! Пляж Royalton Punta Cana – это просторная полоса белого песка с удобным доступом к чистой бирюзовой воде, что делает его отличным местом для отдыха. Гости отмечают достаточное количество лежаков и наличие теневых зон с навесами. На пляже также располагается бар, где можно заказать освежающие напитки и съесть что-то на обед, например, гамбургеры или куриные роллы и картофель. Особенно положительно гости отзываются о пляже для участников Diamond Club, где предлагается больше уединения и привилегий, таких как отдельный бар. Несмотря на великолепный пляж, некоторые гости отмечают его переполненность в сезон. В дополнение к этому, сильные волны иногда создают трудности для купания маленьких детей, что делает пляж менее подходящим для семей с детьми. Однако в целом пляж является одной из сильных сторон курорта и активно пользуется популярностью среди туристов. Отдельно хочется отметить его чистоту и отсутствие водорослей. Видно, что сотрудники тщательно ухаживают за пляжной территорией. Территория Royalton Punta Cana тщательно ухожена и украшена множеством зеленых насаждений и цветущих растений. Гостям предлагается несколько бассейнов, включая основной бассейн с видом на океан и баром у воды, а также бассейн только для взрослых, предназначенный для гостей Diamond Club. На территории курорта также находится аквапарк, который хотя и требует обновления, но по-прежнему привлекает семей с детьми. Большая территория курорта со множеством зон для отдыха позволяет найти уголки для уединения. Также гости ценят легкий доступ ко всем основным объектам инфраструктуры курорта, что делает пребывание и передвижение по отелю максимально удобным. Гости утверждают, что у отеля очень хорошее расположение. Из недостатков мы обнаружили то, что для некоторых туристов отель не соответствовал заявленной рекламе. И еще один недостаток – это то, что отель в данный момент находится в состоянии ремонта, поэтому некоторые объекты курорта недоступны для посещения. Royalton Punta Cana предлагает широкий выбор ресторанов и баров, а также рестораны, работающие по системе а-ля карты с итальянской и азиатской кухней. Большинство гостей отмечают разнообразие блюд и высокое качество еды, особенно выделяя итальянский ресторан и ресторан с морепродуктами.
Для гостей Diamond Club доступен расширенный выбор блюд и напитков, включая алкоголь премиум-класса. На шведском столе гостям особенно понравились вкусные и разнообразные завтраки, а также гости были в восторге от таких блюд, как паста, пицца, рыба, мясо и разнообразные салаты. Отдельно гости отмечают то, что десерты в главном ресторане очень вкусные. В ресторанах очень хорошее обслуживание, поэтому ужинать здесь особенно приятно. Нет очередей, всегда хватает столовых приборов, в общем, посетители довольны. Единственный недостаток, который нам удалось обнаружить, это то, что посетить ресторан а-ля карт можно только по предварительной броне. А вот бронирование ресторанов – это целая проблема, так как зарезервировать столик можно только через приложение, а оно не всегда работает. Номера в Royalton Punta Cana предлагают высококачественные удобства, включая мини-бары, сейфы, а также балкон с видом на океан или территорию отеля. Особенно популярны номера с прямым доступом к бассейну, которые предлагают дополнительное удобство и комфорт. Но, несмотря на преимущества, имеются некоторые недостатки, которые упоминают посетители в своих отзывах. Например, то, что кондиционеры в номерах не работают должным образом, а также устаревшая мебель, двери, матрасы и плохая шумоизоляция в номерах. Кроме того, гости жалуются на плохое обслуживание номеров и очень плохую уборку. Еду в номера приносят очень медленно, а когда делают уборку, то часто остается невытертая пыль. В общем, номера требуют некоторого обновления, а уборка нуждается в улучшении. Персонал в Royalton Punta Cana получает в целом положительные отзывы за дружелюбие и готовность помочь. Гости отмечают, что персонал хорошо обучен и делает все возможное для того, чтобы сделать ваше пребывание комфортным. Особенно выделяют работу сотрудников Diamond Club, которые оказывают более профессиональный сервис. Однако некоторые туристы жалуются на плохую работу уборщиков, которые приходят каждый день, но только заправляют кровати, а уборку не делают. Также гостям не понравилось медленное обслуживание официантов в ресторанах, однако большинство отзывов указывает на приятное и компетентное общение с персоналом на протяжении всего пребывания. Для взрослых гостей Royalton Punta Cana предлагает разнообразные развлечения, включая вечерние шоу, тематические вечеринки и живую музыку. Но несмотря на это, вечерние мероприятия в отеле можно было бы немного улучшить. На территории отеля также есть казино и спортивные мероприятия, такие как теннис и водные виды спорта. Гости Diamond Club могут воспользоваться более уединенными зонами отдыха, включая бассейн только для взрослых. С другой стороны, некоторые гости жаловались на ограниченные возможности для развлечений в позднее время. После вечерних шоу большинство развлекательных программ закрываются, и единственным выбором остается бар с телевизорами. Royalton Punta Cana предоставляет множество развлечений для детей, включая аквапарк, детский клуб и игровые зоны. Аквапарк, хотя и устарел, по-прежнему остается популярным местом для семейного отдыха. В течение дня также проводятся различные мероприятия и игры для детей, которые позволяют родителям насладиться пребыванием в отельном комплексе. В отеле Royalton Punta Cana очень много плюсов, и это делает его популярным среди туристов. Великолепный пляж с голубой водой и идеально чистым песком, вкусное и разнообразное питание, множество ресторанов с разными кухнями мира, отличный аквапарк, замечательные бассейны, хорошие вечерние развлечения. Единственный существенный минус – это довольно устаревшие номера и то, как работают сотрудники. Например, некоторых туристов очень долго заселяют в отель, и это, конечно же, минус. Но в целом отель неплохой, и стоит рассмотреть его для отдыха всей семьей. Друзья, но окончательный выбор всегда остается только за вами, и только вам решать, стоит ли лететь на отдых в этот отель или нет. А пока вы думаете, я рекомендую посмотреть также вот эти наши видео о других мировых отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые обзоры. А я на этом с вами прощаюсь, до новых встреч в новом отеле!